СОКПИ прошла встреча лидеров вожатской деятельности. В рамках проекта «Подготовка кадров для системы образования» школьники поделились опытом и рассказали о проделанной работе. Это учащиеся с 6 по 11 классы. Ребята обсудили планы на дальнейшее наставничество подопечных и поделились идеями по новым внеклассным мероприятиям. Главная цель – обмен вожатской практикой. Каждый участник пробует себя в педагогике, чтобы определиться с выбором будущей профессии. Вожатыми они бывают в школах, то есть они распределяются своими наставниками, педагогами, которые ответственны за эту деятельность. И педагоги помогают, сопровождают весь этот процесс в течение всего учебного года. Мы занимаемся в основном первыми классами. У нас было много мероприятий с первыми классами по правилам дорожного движения, по сплочению коллектива. И мы занимались творческими работами.